Привет. Всем привет. У нас сегодня на дворе 5 часов утра. Я подняла Сайбеля. Пора бежать, да. У меня уже схватки начались. Я не верю. И кашель не прошел мой, я не знаю. Хоть бы мне кесарево не сделали из этого кашля. И ем. Почему тут кашель и кесарево? Не знаю я, мало ли. Может, нельзя при кашле рожать? Сайбель бы тоже спал, да? Я не мог, ты вот как проснулся, все. Как-то холодно, знаешь, так вот. Тёма, хороший, кушай. Не мог спать. Ни разу так не схватывал. Дыши. Иди с мамочкой. А? Катя? Упустила. Надо приложение скачать. Скачай приложение. По таймингу. Все, мы уже выезжаем. Хочется моего Вовчика в животе отметить. Вот такой вот. Пока животик, с Вовчиком скоро увидимся. Сайбель на выход, ничего не оставила. Ну, вот эту желтую сумку брать? Да. Ты там ничего не забыл? Ты вот удостоверение мое положил? Нет. Желтую сумку положи. А где? У меня его нет. Ты же последний раз в документы брала? Ну, я все-таки скачала приложение. Сейчас у меня получается каждые 5 минут по 30 секунд схватки. Дороги свободные. 5:30 утра. В общем, мы выяснили, что схватки начались в самое удобное для нас время, чтобы добраться до роддома. Спасибо! Вовчику. Да. Такое у меня приложение, я тут отмечаю свои схватки. Только что была уже 46 секунд схватка. Доехали. За 20 минут доехали. Классно. Ну, не жарко, не холодно. Парковочных мест, посмотри, сколько. Стоит посреди улицы, бедняга. Что-то только что была, опять началось. Ёптить. Проверить, что? Уже разместили предрядовую. Вид на город открывается прям отличный с роддома. Да, Катин? Угу. Ты уже заценила тоже? Да. Здесь вид такой, а здесь такой. Бедняга моя. Моя любимая поза, да. В которой я Климку рожала. Как? Ой, отпустила пока. А? Или не гладить? Просто три. Просто тереть. Ой, ну мне про... Так вот. А, так? Прям силой, что ли, такой? Нет, просто по всему периметру, как бы не на одном месте. А, я понял. Перевели в родблок. Как ты? Нормально. Лежишься? Отпустила. А? Отпустила? Угу. Не. 2 литра тепленько с меня вышло сейчас. Водички? Угу. Она как мне сказала, сейчас надо будет сделать амниотомию. Я чуть не сознание не потеряла. Я прихожу, нет тебе. Пошел машину, да. Сейчас сказала, должно быстро, все интенсивно. Да? Живот ниже намного стал, когда воду выпустили. О, пора вставать на работу. Стонать начинаешь. Сразу. А дышать кто будет? Я дышу, как помню, как могу. Дышать. Давай. Выдыхай, ртом.